Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор 10-го каталога Фаберлик, такого долгожданного, потому что уже соскучились все по новиночкам. Итак, поехали. На бытовую химию уже немного снижены, надеюсь, будут снижаться еще. И дороже, чем в каталоге, цен уже пока не предвидится точно, да, поэтому ориентируемся на них. А дешевле могут быть очень много акций, много вкусных акций. Многие цены вернулись на свои обычные, привычные места. Да? У нас есть с вами электронные подарочные сертификаты. Вся информация есть на сайте и в каталоге. Классная цена на маленькие парфюмерные водички. 30 мл, не такие уж они маленькие. Из мужских у нас Desperado. Кстати, более-менее аромат. Восьмой элемент спорт тоже классный. И Ума Феличи. Ума Феличи мне не очень нравится. Из женских Инкогнито. Любит моя свекровь. Возможно, я и возьму. Каори тоже очень нравится, и бьюти-кафе классический, прям все хорошие ароматы на распродаже, здорово. Смотрите, какая интересная новинка. Это у нас с вами атомайзер для того, чтобы заливать туда парфюм любимый и брать с собой. Чтобы не носить целый большой флакон, здесь 18 мл, но, грубо говоря, 20. То есть даже больше, чем 10, поэтому 10-миллилитровый парфюм с собой брать еще удобнее. Но мы обязательно возьмем с вами эту новиночку, потестируем. 499 рублей, неплохая цена, не протекает, подходит для разных видов парфюмов и духов, рекомендуется для ручной клади. Вот такая интересная вещь, здесь есть инструкция, как нам с вами туда духи положить. Ну, просто стильно, да, стильно, поэтому красиво, и брать с собой куда-то в поездку можно, но можно также брать с собой духи, поэтому это баловство, да, грубо говоря. Но мы с вами любим всякое баловство брать, мы же девочки, поэтому, конечно, возьмем. На серию лето, на скрабике тоже цены хорошие, 389 рублей антицеллюлитный, он мне очень нравится. Можно будет взять запас автозагар, прям тоже с удовольствием на ежедневной основе применяю на лицо. Он потрясающий, он легкий, деликатный, он не пятнит, он не желтит, поэтому я с ним подружилась и очень его люблю. Вот этим роликовым массажером, вообще классные ножки массажировать и все, мы каждый вечер практически с Ксюшей массажируем друг другу, и спину друг другу катаем, и ножки. Вещь классная, у нас она прям в ходу, то есть не лежит, не залеживается, прям действительно в ходу. И дальше Биогло, мне кажется, тяжеловато на лето. Сейчас расскажу про крем и средства, которые на лето можно взять. Так, вот такое у нас с вами кремыло натуральное, почему-то здесь отдельно оно, да. Я из этой линейки брала все, кроме... Такое ощущение, что я страницу пропустила. Нет, почему-то Green Karma у нас мыло отдельно, да. Можно взять Викенд на лето, но здесь у нас гель. Потому что крем, он более питательный. Ночную маску на ночь тоже достаточно легкие продукты, поэтому почему бы нет. Гиалуронка. Но здесь просто нужно быть немножечко поосторожнее. Почему? Потому что может вызывать подкожники. Да, было несколько девочек у меня, которые жаловались. Здесь осторожно применяем на лето, но мне нравится, мне подходит. Кому-то подходит, кому-то нет. И вообще вся эта серия просто, она шикарная. Я вам уже много раз говорила, у меня кожа ее выпивает, хочет еще и еще, выглядит классно, упруго, подтянуто. В общем, я в восторге. Просто потрясающая серия. Я прям вот даже не ожидала, что за такие бюджетные деньги, да, ночной крем 299 рублей, дневной 399, это без скидки консультанта, по скидке вообще копейки, девчонки. Такая крутая серия за такие смешные на самом деле деньги. У меня на лето очень заходит, стоит с прошлого года крем для лица Blur, потому что он круто матирует. Я периодически им пользуюсь. Это прям такие силикончики. Наносишь на лицо, но мгновенно становится бархатным и матированным. Нужно совсем капелюшечку распределяем и пошли в первый мир. Тональными средствами я летом не пользуюсь, поэтому вот этот крем стоит у меня в первых рядах. Global Oxygen тоже хорошо подходит на лето. Не утяжеляющая совершенно серия. Очень легкая, очень классная. И эффект от нее замечательный. Как всегда, 100 тысяч раз вам повторяю, у кого жирная кожа, дневной крем для лица, кислородный баланс, тоже здорово матирует. Он чудес никаких антивозрастных не делает, но как ухаживающий продукт на лето очень-очень достойный. NFW, та же песня. Обожаю лосьон от черных точек 4 в 1, сейчас стоит тоже в активном использовании. В течение дня могу им протереть лицо. Потому что он, как с ментольчиком, такой от него холодочек по коже. Здорово убирает лишний жирный блеск, если он в течение дня появился, да. Охлаждает, да, охлаждает, заметьте. И в то же время
препятствует всяким высыпаниям. Серия тоже классная, она не только там для подростков 12 лет, она и для обладательниц жирной кожи на лето. Да? В серии Айсиул тоже есть очень удачные продукты на лето. Это гиалуроновый гель алоэ вера. Его нужно только совсем чуть-чуть, если им переборщить будет липкость. Присмотритесь к нему, сейчас очень хорошая цена, 599 рублей без скидки. Тоже замечательно подойдет на лето. Вот эти серии, они, конечно, тяжелые. Такие средства, такую тяжелую артиллерию я оставляю, девчонки, на зиму. Вот именно такую антивозрастную, да. Поэтому проходим мимо. Линейка Себа Баланс тоже хорошо матирует, но из серии Кислородный Баланс дневной крем матирует лучше. Но чтобы почиститься от подкожников и так далее, можно присмотреться к этим средствам. Цена хорошая сейчас, насос пудру. Продукт классный. Продукт действительно работает. Вот эти средства, это вообще какой-то ужас. Вот их либо кто-то любит, либо кто-то ненавидит. И мне кажется, тех, кто ненавидит, больше. Это белая паста на лице, ни больше, ни меньше. Кошмар, просто кошмар. Я не хочу никого обидеть, но это чисто мое мнение, да. Сегодня, кстати, в распродаже по срокам годности какой-то крем Доктор Кор. В общем, сейчас распродажа по срокам годности вообще очень радует. А Гардерику нет, не посоветую на лето. Хотя вот кремы именно в тюбиках, да, они полегче, более-менее. То есть, если у вас сухая кожа, можно взять и на лето Гардерику. Что будем брать с вами? Что будем брать? Никак до новиночек не дойдем. Салфетки в запас, конечно, возьмем. Обязательно. Не без этого. Вот пошли любимые средства. Мне эта серия вся практически очень нравится. Мне безумно нравятся тенюшки. Мы с вами тестили в оттенке 58-76. Прям больше, чем глиттерные, они мне нравятся. А сейчас взяли еще с вами праймер для век, с ним вообще вот изумительно они лежат, просто шикарно. Скраб уже взяла повторно, это моя любовь, матирующие салфетки тоже, и возьму обязательно еще, показывала вам, как применять их после SPF крема, чтобы лицо не было жирным, да, кто не видел ролик, посмотрите, обязательно внизу будет по ссылочке. Тушь любимая моя, она, кстати, дешевле, возможно, и будет дешевле этой цены сейчас. Коричневая, всегда ей пользуюсь, в запасе уже одна есть, поэтому пока брать не буду, двух на лето мне вполне себе хватит. А там к осени, глядишь, новинки какие-нибудь по тестику появятся, да. Мимо помад пока тоже прохожу, потому что новиночек нету, а в запасе их очень много. Тональные средства тоже все идут мимо, люблю, чтобы кожа летом дышала, наслаждалась теплом и так далее. Вот праймер для век. Девочки некоторые мне написали, что не поняли его, да. Не получилось ничего. Знаете, как делаю я? Я наношу, он такой бежевый, имеет оттенок, очень похож на корректор Beauty Lab, жидкий, водянистый как будто, но мы его наносим, он западает во все складки всевозможные и так далее. Даем ему какое-то время, пальчиком подправляем, потом еще какое-то время пальчиком подправляем. Он начинает заполнять собою все морщинки, даже складку между подвижным и неподвижным веком. Представляете, я была в приятном шоке. И когда мы пару раз его поправили, можем смело приступать к нанесению теней. Веко будет ровненьким, даже шиммерными тенями. Ровненьким, красивым, замечательным. Да? Так, поехали с вами дальше. У нас здесь среди новинок накладные ресницы, девочки. Накладные ресницы будем брать с вами обязательно, прям капитально будем с вами этим вопросом заниматься, потому что давно хочу попробовать. Надеюсь, все получится. Никогда не пользовалась накладными ресницами. Нет у меня в этом необходимости, слава богу. Клей продается, кстати, отдельно, смотрите. Цена вопроса минимальная, поэтому почему бы нет. Новинки в серии Aromia, да, новые вкусы, новые ароматы масел. Здорово, супер. Обожаю больше всего вот эти спреи. Использую их как освежитель воздуха и на белье. Вы знаете, на шторочки проскануть. Прям красота. По парфюмерии. Что нам с вами взять на лето? Я уже много раз вам говорила. Флюорет цветочный. Это чисто мое мнение. Футурия мне тоже нравится. Она похожа на Фаруэй Эйвенский. Я иногда прям к ней сейчас прибегаю, но она сладкая. Каори Бамбу, естественно, на лето. Юзу тоже вполне себе. Зелененький парфюм тоже подходит на лето, мой любимый, да, но он быстро исчезает. Быстро исчезает, это его единственный недостаток. А так, это прям Дольче & Габбана. Муж очень-очень оценил вот эти парфюмерные водички, и причем обе, но One Away у нас Best Bros. Вообще обалденные, девчонки, обалденные. Просто он единственный духи из Фаберлик похвалил. По поводу брашенка, который брала в прошлом заказе, да, брашенка мне очень понравился. Единственный косяк у него, волосы могут западать вот сюда на стык между
ручкой и самим брашингом, да. Но если делать все аккуратно, ничего не случится. Сам брашинг волосы не выдергивает, не тянет. То есть вот мне понравилось, на мою длину волос укладка получилась изумительная, и никаких неприятных ощущений не было. Поэтому могу смело рекомендовать. Биоси я уже боюсь брать, но хочется взять вот этот вот бальзамчик, поиграться, девчонки, просто поиграться. Паста, которую брала тоже в прошлых заказах, да, отбеливающая, вот такая вот с лимончиком на картинке, вполне себе зашла. Пенится средним. Свежесть единственная во рту, никакой она после себя не оставляет. То есть вы почистили зубы, сполоснули ротовую полость, и все. Чистота эмали длительная, то есть до вечера 100%, поэтому паста имеет место быть, ничего плохого про нее сказать не могу. Писала подробную статью на Дзене вот про эти три средства, кому интересно, пройдите, почитайте, потому что это прям моя любовь, и это тоже спасение на самом деле на лето. Буду запасаться винотоником, потому что запасы уже подходят к концу, да, 199 рублей он будет в каталоге, может быть, на сайте будет цена немножко пониже, посмотрим. Прокладки, конечно, тоже будем брать, они хоть и 250 рублей уже, но со скидкой консультанта 200, ни о чем стоит своих денег. Дейзики буду брать, из этой серии, потому что они помощнее, и не 3, не 4 дня держат, но 1-2, там, правда, много алюминия, но зато они такие вот прям тяжелые артиллерия. Кто сильно потеет, девчонки, на эту серию обязательно обращайте внимание. Короче, пропустила, а хочу взять и для себя, и для Ксюши. У меня был подобный, он, скорее всего, еще утяжеленный. Здесь железные штучки, скорее всего, да, и массаж. Супер. Обруч у нас с вами 1499 рублей. Буду брать обязательно, потому что это вещь классная, вещь хорошая. У нас был, мы куда-то его задели. В этих масках тоже есть новинки. Две, КНЗМ, Q10 и Матча. Я не люблю эти тканевые маски, какие не пробовала. Они не только ничего не делают, но и уродуют кожу. Но, естественно, мы с вами возьмем протестить новинки. Вдруг что-то поменялось, или с моей кожей что-то поменялось, и она теперь захочет их воспринимать. По ножу, что пока могу сказать? Пока, да? Потом обязательно подробный отзыв в Дзене сниму в сторис. Так, у меня был универсальный, где он вот такой вот под номером 3, да? И сначала, когда он пришел, я прям была в диком восторге. Он тяжелый, у него толстое лезвие. Он помидорку резал прям без нажатия, прям классно, вообще супер. Вы знаете, как в дорогих таких роликах про супер ножи. Через 2 дня этот эффект перестал иметь место быть, да? Уже помидорку он так не режет, но тем не менее все равно остается острым, классным. Мне все нравится, все устраивает. Пока еще не точила, потом поточу точилкой Фаберлик, обязательно расскажу поподробнее. Так, у нас с вами на средства для дома немножко цена снизилась, поэтому в каталоге она может быть выше. Еще из серии «Дом», девчонки, люблю безумно вот это зеленое средство. Прям любовную любовью обожаю. Это у нас моющее средство универсальное. Безумно нравится им чистить раковину. Вот прям безумно. Оно нереально крутое, оно потом блестит, блестит и переливается всеми цветами радуги. Поэтому люблю. И ванну им, кстати, пробовала чистить, и плиту. Все замечательно, все отлично. Тем более, если верить в то, что оно безопасное, конечно, класс. Буду брать еще средства для мытья посуды, потому что осталось только с углем, а нам нужно знать, для чего делать пузыри. Мы делаем мыльные пузыри, средства для мытья посуды Фаберлик, чуть-чуть водички, 3 капли глицерина, изумительные пузыри получаются, вообще просто изумительные. Гораздо лучше, чем покупные, и крепче, да, поэтому лето теперь средства для мытья посуды буду брать чаще, тем более у Ксюши такие есть большие, огромные, да. Здесь цена 549 рублей у нас с вами, но она уже подешевле, еще порошок был в акции «Товар дня», что вообще замечательно, все девочки набрали, кто успел. Ну, вроде все успели, потому что склады пополнялись, прям вот пополнялись, да. То есть сейчас его нет, а через час есть. Кондиционеры пока прохожу мимо, тоже в прошлом заказе набрала детских, которыми очень-очень довольна, которые очень-очень люблю прям. А по рефрешеру никакой необходимости брать его не вижу, если у вас есть дома обычный спрей-освежитель, он абсолютно так же работает, да. Поэтому не скажу, что это чудо-продукт. С легкими тканями он справляется, как и справляется все. Любая вода. Так, салфетки, туалетная бумага. Я надеюсь, она все-таки будет уже в наличии. Очень ее хочу потестировать и так далее. Будем ждать. Обязательно возьму. Девчонки, кстати, хвалили очень парфюм для стирки от Биоси. 399 рублей без скидки, но цена как бы нормальная. Здесь 500 миллилитров. Прям вот хвалили. Хочется взять попробовать.
Я люблю все проверять на себе. Новая серия для кисок у нас с вами. Будем брать обязательно для кисок и собачек. Что у нас тут? Была презентация, прям такая классная. Шампунь, пятновыводитель для чистки ковров и обивок. Он не сильно дорого стоит. Так, все безопасно для животных, как и поэтому, конечно, почему бы не взять. Да? Что у нас тут с вами дальше? Влажные чистящие салфетки возьмем обязательно. 30 штук. Освежитель, нейтрализатор запахов. У меня как бы нет проблем таких с котом, но тем не менее, он еще, видите, против всяких насекомых. Если ваша собачка гуляет, это здорово. Тут, наверное, есть ванилька. Работает так. Содержит безопасный отпугиватель насекомых, репеллентный компонент. Интересно. Так, и спрей-очиститель без пятен и запахов. Вообще здорово. Здорово, что такие новинки классные. Возьмем для кота побаловаться. Так, дальше у нас с вами одежда. Что хотела сказать по этому белью? Пришли мне трусики. Трусики. Где они у нас с вами? Не завышенные талии, а слипы. Да, вот такие только беленькие. Девчонки классные. Они такие безумно приятные к телу. И они достаточно высокие. Даже если у вас есть животик, как бы все нормально. Они сидят прекрасно. Поэтому, скорее всего, еще повторю, хочется еще черненькие взять. Черных не было на складе. Бельишко прям, знаете, невесомое. Это такой кайф. В конце у нас с вами распродажа. Интересная такая старая, не старая, кстати, помадка, не совсем старая, да, будет распродаваться по 179 рублей. Так, что у нас тут с вами? Моноароматы и Bon Culture. Вот такой. Дейзики, парфюмерный гель для душа, очень рекомендую к ним присмотреться, потому что они все обалденные, и это, знаете, как способ еще потестить аромат. Если не хотите брать аромат, Биосирос продают, не хочу даже на нее смотреть после того, как прогорклый освежитель пришел. Подарочные наборы для рук, да, у нас с вами классный, кстати, обалденный крем, жидкая перчатка и формула омоложения. Формула омоложения в свое время прям много-много брала, потому что действительно для моих сухих ручек подходит. Сейчас вот они более-менее как-то в теплое время года уже не такие сухие. Витамания. Мне здесь нравится брать, побаловаться мисты для тела, особенно с манго, с маракуйи. Бонжорно гель для душа по 135 рублей, без скидочки консультанта. Потрясающий гель для душа тоже прям. Выбирай любой. Ботаника XL 400 мл, 199 рублей, девчонки, еще хоть обмойся, да? Радует же нас компания? Радует, конечно, радует. Какие цены, где еще найдешь? Кто не верил и паниковал, я до сих пор всем передаю привет, да? Кто еще негативный комментарий писал, что Фаберлик такие сики, и они устояли на плаву, и они молодцы. И цены возвращают потихоньку, вообще все шикарно. Так. И 500 рублей у нас с вами для новичков, так акция и остается. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. Ну, и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую, всем пока-пока.